традиционной валютой назван биткоин Федеральным резервным банком Сент-Луиса, США. Традиционному финансисту криптовалюты могут показаться нетривиальными или диковинными, однако они обладают некоторыми качествами привычных государственных валют, говорится в сообщении. Государственные валюты, такие как доллар, США, евро или швейцарский франк, не имеют действительной ценности, так же как и биткоин. В случае с биткоином доверие выражается больше компьютерному вычислению или, по крайней мере, разработчикам. Так же как и в ситуации, например, с долларом, доверие выражается больше не самому доллару, а скорее правительству или экономике Соединенных Штатов. И хотя в сообщении говорится о схожести криптовалют с традиционными деньгами, однако подчеркивается, что существуют и значительные различия.